Нижегородская область представит альтернативу Microsoft Office. Резиденты технопарка Анкудиновка презентуют многофункциональный портал для управления документами. Делегация Нижегородской области представит отечественную альтернативу Microsoft на 12-м петербургском партнериате малого и среднего бизнеса, сообщил вице-губернатор Евгений Люлин. По его словам, этот мультиорганайзер, предназначенный для средних и небольших компаний, является полноценной альтернативой Microsoft. Кроме того, делегация Нижегородской области представит инновационные разработки в области реабилитационных технологий. Это проект экзоскелета с нейроинтерфейсом и коленный модуль с внешним источником энергии, сообщил Евгений Люлин. Всего делегация Нижегородской области представит на форуме 7 инновационных проектов, среди которых высокоточные тест-системы для нужд клинической онкологии, биочип и линейку микрочипов, объединяющих многочисленные образцы тканей разных типов, национальный биосервис «Волга».